На усиленный режим работы перешли и дорожники Ухты. Расчищают снежные завалы едва ли не всеми силами местного спецавтодора. Круглосуточно на улице выезжает 40 единиц техники. Днем очищают лестницы, пешеходные переходы, мосты и площади. Во избежание наката дороги подсыпают песко-соляной смесью. Техника работает и в удаленных поселках Ярига, Веселый Кут, Обысь. Дорожники просят горожан не ставить личный транспорт вдоль обочин. Это затрудняет работу снегоуборочной техники. Это, конечно же, затрудняет нашу работу. Нам приходится действовать потом через ГИБДД. Если есть такая возможность, уберите машину во двор. В ночное время суток во дворах не проводится уборка. Если есть возможность поставить ее куда-то в гараж, либо на какое-то пустынное место, где-то возле речки или еще где-то, потому что это Ленина в большей степени, точно так же убирайте машину. Вы мешаете нам, мешаете нашей погрузке, мешаете нашей технике. Добавлю, с начала зимы силами Ухта-спецавтодора на полигон вывезено 75 тысяч кубометров снега, порядка 2 тысяч кубов в день.